Привет, друзья! Самолет ушел под списание, находится на даче, увез я его. Он весь разобранный, ничего не осталось. Один фюзеляж, ну туда же пассажир уже. Что за, говорит, чудо техники? Вот, жалко очень, конечно, что вот так все получилось, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Вот. Направление правильное, потому что я его сейчас попробовал запустить как планер. Он весь заклеен уже, он не разбирается. Я закрылки опустил, заклеил, рули выстые. Все, короче, заклеил. Запустил, подъемная сила просто отличная. При том, что скорость в 2, может быть, даже и в 3 раза ниже той, которую он набирал. То есть проблема была именно в закрылках, в руле высоты и в неисправном шасси. Ну, хрен с ним, потому что все равно самолет получился тяжелее на килограмм 200, килограмм 300, чем я ожидал. Тяга двигателя оказалась ниже в 2 раза, чем я ожидал, чем рассчитывал. Поэтому будем дальше делать облегченную версию. Вот. Уже приступил к фюзеляжу. Чуть позже будет видео, где я покажу. Ну и прощаемся вот с этим чудом. Минута молчания.